Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие мои зрители и подписчики. Я рада приветствовать вас на канале Эль Аникви, и я приглашаю вас на чудесную прогулку, на морскую вечернюю прогулку у берегов острова Хайнань, что находится в Южно-Китайском море в Китайской Народной Республике. Я купила путевку за 80 юаней, и наша группа нас забрала автобус из отеля и привезли на пристань. И мы пересели в красивую белоснежную трехпалубную яхту. Очень высокую, красивую. И я нашла себе место на второй палубе, на закрытой палубе. Это было как кафе с окнами и с видом на море. В общем, остров Хайнань, дорогие друзья, находится в Южно-Китайском море, я сказала. И вот город Саня – это самое окончание вообще Китайской Народной Республики. Это самая южная точка Китая. И здесь очень такой благоприятный климат. И здесь растет много фруктов. И здесь влажность, то есть необходимая для того, чтобы росли леса тропические, и фрукты росли, и вообще продолжалась жизнь. И вот этот район, эта провинция благоустраивается. Вот вы сейчас видите насыпной остров. Здесь насыпной остров, который обошелся государству. Не только этот маленький, а это круизный корабль. Миллионы, сотни миллионов американских долларов. Это все начиналось с строительства к Олимпиаде. И оно продолжается до сих пор. Там шикарнейшие здания. Вот мы проезжали, вообще отличные. Но, тем не менее, дорогие друзья, за окном вечер. И наша яхта тронулась в путь. Солнце садится, и незаметно, дорогие друзья, вот наступает, происходит такая перемена. Темнеет, ну еще как бы не стемнело, но уже и не день. Вот такая прекрасная синева. И все-таки стемнело уже. Яхта ярко освещена. И все туристы, а их очень много, 98% это туристы Китайской Народной Республики, граждане. А остальные 2% это два маленьких автобуса, это были отдыхающие из России и Казахстана. Это вот из нашей группы молодежь. Ну, я вот сижу здесь, я нашла здесь место, я сижу у окна. И мне удобно снимать, камера более-менее устойчивая стоит. И можно пить лимонад, там напиток, все включено, напитки включены. Вот посмотрите, такая палуба симпатичная. Еще несколько минут назад она была заполнена, и шумно было здесь. А потом люди убежали на первую и на третью палубу. А что мы наблюдаем, дорогие друзья? Мы наблюдаем грандиозное световое лазерное шоу. Собственно, его можно видеть отлично со стороны моря. Но, к сожалению, камера, она не так совершенна, как наши глаза. Глаза видят изумительно. А вот мой смартфон, он вот видит вот такое качество, то, что вы, хотя смартфон хороший. И прекрасная иллюминация. Вот там такие три небоскреба, и на них, вот знаете, прям целое шоу изображается. Движение там разных, ну, таких электронных каких-то животных, олени бегают или еще что-то там. В общем, картинки меняются. А вот вдали, обратите внимание, вот видите горы, дорогие друзья. И вот эти горы на горах, какие-то очертания световые.
Это, дорогие друзья, это горы, они высокие, 1800 метров, 1500 метров. А это иллюминация на горах. И она, вот посмотрите, это ведь как нужно сделать, это же огромное пространство, вот гору иллюминировать, смотрите. И оно бывает, эта иллюминация, как снег, как будто на вершинах лежит. Или потом меняется зеленый цвет, розовый, или такой разноцветный. В общем, и склоны, и вершины вот так вот украшены. Вообще шикарно. Это такое зрелище. Конечно, на видео не то качество, но вот глазами смотришь, это вообще. И вот на этих небоскребах трех, видите, ну, к сожалению, мелковато, конечно. Там белые единороги мчатся. И все это, вот видите, масса света, это огромный свет отражается в воде, в черной ночной воде. Очень красиво, очень красиво, дорогие друзья. Воздух свежий, тепло, море спокойное. И вот все такое, вот, знаете, райская жизнь. Отличное шоу. Вот просто замечательно. Вот просто настроение чудесное. Какие-то заботы, проблемы улетели куда-то там. Забыл о них. Наслаждаешься жизнью, наслаждаешься природой. И вот такой рукотворной красотой человеческой. Можно я вас на память сниму? Это наша девушка из Казахстана. Она передает вам привет. Это наша землячка. Девочка там учится. Вот. И, видите, все прильнули. Китайцы вообще все со смартфонами. Они все тоже снимают. А это я, дорогие друзья. Мне было весело. И вот, посмотрите, яхты. К сожалению, время подходит к концу. Экскурсия проходит всего час. И яхты возвращаются. И вот посмотрите, какие... Сейчас вы увидите, какие красивые яхты. Наша яхта тоже так украшена. А это я уже вышла на переднюю палубу, на нижнюю палубу и на нос нижней палубы. Ну, как-то думаю, может быть, все-таки покрупнее. Ну, вот так вот уже просто пошли иероглифы. И все. И, дорогие друзья, вот такие яхты, и наша также выглядит, возвращаются в порт. И все, экскурсия закончена. Прекрасное настроение было, прекрасное зрелище для глаз, для души. В общем, все было изумительно. Если, дорогие друзья, приедете на Хайнань, обязательно побывайте на этой экскурсии. Это классно, здорово. И мое видео, оно не отражает. Ну, если отражает, может, на процентов 30-40 всего лишь. А зрительно это гораздо больше положительных эмоций и качественнее зрелище. Дорогие друзья, до новых встреч. Заходите